Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин. Итак, у нас анонс очередного стрима. Стрим у нас будет по One Piece Burning Blood. Итак, слушайте внимательно, когда он будет и где он будет, дабы потом не задавали лишних вопросов. Он будет на YouTube 4 августа в 22:00 по московскому времени. В четверг 4 в 22:00 на YouTube. Почему делаю на YouTube? Потому что специально это для тех, у кого лагает на Твиче и постоянно какие-то проблемы с ним возникают, а такие люди есть. И я не мог, собственно говоря, не обратить на это внимание, поэтому я, как уже говорил, я периодически буду чередовать свои стримы, то есть то на Твиче, то на Ютубе, то есть, ну, как получится. То есть, ну, скорее, может быть, по очереди, может быть, нет, не знаю, посмотрим. Но следующий стрим будет именно на Ютубе и обязательно будет потом выложен на Ютуб-канал, на мой основной канал, вот, где вы смотрите, сможете его потом еще раз посмотреть или вообще сможете посмотреть те, кто его по той или иной причине пропустит, потому что не успеет прийти. А так я всех вас жду, обязательно приходите, будет здорово. Если все будет нормально, а скорее всего все будет нормально, в пятницу в 11 вечера, опять же на YouTube, у нас будет стрим, вру, не на YouTube, в пятницу вечером будет на Твиче, будет стрим на ужастик Сома, мы будем продолжать его проходить в 11 вечера в пятницу 5 числа. Запомните, это будет уже на Твиче, а One Piece будет на YouTube. Итак, пока не закончили, так вкратце, что у нас сейчас там происходит. Мы продолжаем проходить Tales of Zestiria, у нас все там в самом разгаре. Мы закончили проходить Dark Souls 3 на PlayStation 4, это было круто, офигенская игра, я остался на самом деле в диком восторге. Продолжаем потихонечку смотреть One Piece Burning Blood и Bleach. И поскольку у нас заканчивается Dark Souls, теперь у нас на очереди, я давно хотел посмотреть, Senran Kagura Shinobi Versus. Самая главная задача — это посмотреть всех персонажей. Ну и посмотрим, что там будет по сюжету. Интересно, нет, сможем что-нибудь понять или не сможем. И насколько будет интересный геймплей. Игрушка здоровская, игрушка интересная, персонажи занимательные. Я думаю, стоит посмотреть. Итак, ну что, это такой... А, ну и соответственно, в конце месяца, поскольку начался август, в конце месяца нас ждет Атака Титанов. От нее никуда не деться, я обязательно ее буду проходить. Само собой, у нас будет Джо-Джо, Bizarre Adventure. Я вообще стал дикий фанат данной анимешки. Я сейчас смотрю уже третий сезон и, честно, не могу оторваться, реально здорово. То есть, так что игра у нас будет пройдена, это 100%. Итак, ну что, давайте на этом закончим. Это было здорово, хотя не знаю, что здорово, анонс-то всего был верный, я просто по привычке говорю. Хорошо, давайте, всех жду, все приходите в четверг 4 в 22:00 на YouTube. Пока.